Благодаря радиостанции «Новороссия Рокс» и киноконцертному агентству «Новороссия» в Донецк приехали выступить на рок-фестивале музыканты из братской России. Юлия Чечерина, бывший участник группы «Агата Кристи», Вадим Самойлов и группа 7Б. В одном из ночных клубов столицы Донецкой Народной Республики сыграли местные рок-группы, где гости из России познакомились с их творчеством. Публике было предложено принять участие в голосовании и выбрать три лучших коллектива для участия в совместном галоконцерте, который будет проходить на главной площади Донецка. Приехавшие в столицу республики известные музыканты проявили сочувствие и выразили поддержку жителям Донбасса, которым приходится жить в довольно тяжелое военное время и бороться за свое будущее. Как утверждают легендарные рок-звезды, ехать в Донецк им было абсолютно не страшно, и они не боялись черных списков Украины. Впечатления очень сильные, потому что мы ехали из Луганска через Дебальцево, мы там остановились, поговорили со старичками, старушками, посмотрели, как это все выглядит. Ну, вообще по дороге чувствуются следы войны, которые совсем рядом. Вот, ну, впечатления сильные, но, вы знаете, я так по жизни оптимист. То есть на меня они не производят удручающего впечатления, на меня наоборот, они как-то, знаете, пробуждают жизнеутверждающие чувства, потому что нужно делать, нужно восстанавливать жизнь, нужно помогать Донбассу. И я очень хочу всех заверить, что россияне действительно всей душой и всем сердцем с Донбассом, и очень много артистов, деятелей культуры хотят сюда приехать. И вот мы сейчас со своими акциями протоптали такую тропинку и надеемся, что к нам присоединятся очень большое количество не только рок-музыкантов и самых разных деятелей культуры. Вот. И, в общем, вы увидите скоро, в ближайшее время, поддержку. Надеюсь, что сегодня вы почувствовали тепло нашего сердца. Мы приехали с рок-фестивалем. Будет рок-фестиваль. Сейчас мы смотрим на донецкие рок-группы. Хочу отметить, на самом деле, которые приятно удивили. Все на уровне, реально. Музыканты, вокалисты, все круто. Вот. Думаю, будет сложно выбрать, на самом деле. И завтра на площади Ленина будет рок-фестиваль, нормальный рок-фестиваль, как в мирное время. Но на самом деле, именно сейчас, в это время, я думаю, что это движение к миру. Для Юлии это не первое выступление на Донбассе. Ранее певица приезжала в Луганск, после чего СБУ объявила ее в розыск. В зале внезапно погас свет, но несмотря на неполадки с электричеством, музыканты вышли на сцену и под акустику сыграли полюбившиеся песни для своих поклонников. Мой рок-н-ролл – это не цель и даже не средство. Не новое, а заново. Дорога мой дом, и для любви это не место. Дорога мой дом, и для любви это не место. Наш край все-таки творческий. Я как непосредственный представитель этого края могу сказать, что очень много творческих людей, поэтому рок должен жить. Живешь, достаточно все депрессивно из-за войны этой, из-за всего, как бы, особо и видеться ни с кем не хочется, общаться. Вот, а вот попали сюда, вот увидели очень много людей, которые даже, вообще не ожидали увидеть. Такой, знаете, маленький праздник. Чернична, Павел Припа, Виктор Коронадзе специально для «Новороссия ТВ».